Кванчтатлытук и Берен Саат приехали в Шиле для съемок фильма, который будет опубликован на интернет-платформе. Кванчтатлытук и Берен Саат – главные актеры одного из самых просматриваемых сериалов в истории турецкого телевидения, «Ашк-ы Мемну», спустя годы вместе предстали перед камерой в новом проекте. Кванчтатлытук и Берен Саат вчера впервые встретились и начали свои репетиции чтения. Начались съемки стамбульских сцен, будут и нью-йоркские. Кванчтатлытук и Берен Саат, собравшиеся вместе для фильма, который выйдет на Netflix ровно через 12 лет, впервые были показаны на экране. Двое успешных актеров попали на камеру во время съемок в Шиле накануне. Интересно, достигли ли Татлытук и Саат одной аудитории после сериала «Ашк-ы Мемну», который побил рекорды рейтинга? Нет никого, кто не знает сериал «Ашк-ы Мемну». Сериал стал легендарным благодаря выступлениям Берен Саат и Кванчтатлытука. Таким образом, мы можем сказать, что «Ашк-ы Мемну» – один из редких сериалов, который делает себе имя благодаря сценам, которые многие люди помнят даже спустя годы. Более того, сцены, в которых Берен Саат и Кванчтатлытук играли вместе, не будут прерываться. Таким образом, легендарный дуэт собирается вместе, чтобы встретиться в фильме о любви, который продюсирует Netflix. Увидев, что Татлытук и Саат снова вместе, фанаты очень обрадовались этой новости.